350 жителей Чеченской республики с сахарным диабетом, которые переболели коронавирусом, проходят осмотр и консультацию у специалистов из Национального медицинского исследовательского центра эндокринология. Профилактические мероприятия проводятся с использованием мобильного лечебно-диагностического комплекса «Диамобиль» в рамках программы клиники эпидемиологического мониторинга сахарного диабета в регионах России. Данный выезд «Диамобиля» в регионе впервые. Клиника на колесах оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием. В течение часа пациент проходит полное обследование и консультации специалистов, которые необходимы больным с сахарным диабетом для выявления осложнений, а также экспресс-тест крови, чтобы выявить, как лечится от заболевания. Эти комплексы мобильные, они оснащены необходимым оборудованием для обследования пациентов, самым современным, плюс кабинет диабетической стопы, да, обследуется пациент в отношении патологии сосудов стоп, плюс глаза, офтальмолог обязательно, плюс кардиолог, и завершается осмотр эндокринологом. Пациент проходит комплексное обследование, которое необходимо проходить каждому пациенту с сахарным диабетом. Приезд «Диамобиля» в субъект стал возможным благодаря соглашению между Министерством здравоохранения Республики и Национальным центром эндокринологии. Партнером выступает фармацевтическая компания AstraZeneca. Все лица, которые проходят обследование, прошли предварительную выборку из регионального сегмента Федерального регистра больных с сахарным диабетом. По итогу будет оценена ситуация, как она на сегодняшний день обстоит. Будет проведена коррекция каких-то сахароснижающей терапии. Будет произведен отбор каких-то пациентов, которые нуждаются в более детальном обследовании и направлении там, или федеральные какие-то центры. То есть это плотная работа, которую мы с пациентами ведем. Но для пациента это серьезная, очень хорошая возможность пройти обследование у высококвалифицированных специалистов.